Ребят, привет. Перетащил комп в птичью комнату. Попробуем здесь поэфирить. Аж непривычно, блин. Сижу на подоконнике. Сейчас покажу. Кустарные условия. Ну вот. Стоило 15 минут монитору побыть в этой комнате. Смотрите, это все голубиная перхоть. 15 минут. Вот так вот, да. И монитор, и камера. Вот у нас чатик идет. Светлана, привет. Лиха, Холи, привет. Таня, Даклайн, Илюша, всем привет. Вот так вот. Если все будет нормально, прямые эфиры, беседушки будут проходить в таком формате. Вот так вот. А это мое искусственное освещение. Главный этот... Как он называется-то? Соведущий. Вот. Ну все. Будем общаться с ребятушками. Так вот у нас проходят эфиры. Мы посидели, пообщались. Наверное, часа два прошло. Очень здорово было. Все, со всеми попрощался. И теперь мы эфирим вот в этой птичьей комнате. Единственное, здесь, конечно, комп, монитор, периферию оставлять нельзя, потому что все будет как грязное, пыльное быстро. Вон, видите, я говорю, вообще пылиться просто за секунду. Вот. Буду убирать. Вот так вот прошел эфирчик. Здорово. Все очень здорово. Чего, пойдем гулять? Хозяин, я тебя жду 2 часа. Я тебя намекала всеми возможными способами. Зрители, друзья канала, это прекрасно. Ну а как же я? Собака Март. Я же хочу гулять. Ты что, забыл что ли, а? Все, давай. Уделяй время своей лохматой, волосатой черной женщине. Марта звучала как-то странно. Неважно, не цепляйся к словам. Пошли гулять уже. Все, не могу. Так, друзья, прошла неделя с последнего эфира. Я решил немножко модернизировать рабочее место. Вот купил мониторчик. Угадайте его цену. Он не новый, он с Авито. Ну, выглядит вполне неплохо. Но это монитор 15-летней давности с плохой, некачественной ТН-матрицей. И обошелся он мне всего лишь в 1500 рублей. Почему я сюда не несу дорогое и хорошее оборудование? Потому что летает пух, перья, перхоть, и мне не хочется, чтобы все это в технику залетало. А вот такое все не жалко. Не жалко запылить, загрязнить, оставить на этом помет и так далее. Давайте сейчас я все сложу и покажу, что выйдет. Так, ребят, ну, в принципе, я почти все притащил. Сейчас только сбегаю в другую квартиру за кабелем питания, потому что понял, что забыл его. И все, подключим. Оу, что это такое? На перловку вроде не похоже. Ладно, я постою тут сбоку немного, а то страшно. Вот, видите, два монитора загрузились. Ну, вот это мой основной с той квартиры. Вот он. А это вот этот, который на Авито за 1500. Картинка дублируется с этого монитора на этот. Вы можете видеть, насколько ужасное трешовое качество. Но мне он нужен просто тупо для вывода чата, да, потому что с одного монитора неудобно и программы использовать, и чат читать. Вот. Поэтому я думаю, ничего страшного, потерплю. Ну вот так, сейчас все настрою, камеру подключу, микрофон, свет врублю и все покажу. Ребят, ну вот так как-то кустарненько. Все поднастроил. Значит, что у нас еще раз? Это комп, это монитор, это вспомогательный телефон, мышка, клавиатура, второй монитор основной, веб-камера, дополнительный свет, который светит в морду. И сейчас, может, еще успею вторую камеру настроить, чтобы одна светила чисто в лицо, вот так вот было, и другая как-нибудь в бок. Сбоку была, может быть, когда я буду играть. То есть, ну, чтоб стримы не только с разговорами были, а еще вот как-нибудь там. Вот так вот. Да, Марта? И здорово, что это птичья комната. То есть так, как я хотел. Семье не мешаю. Все, сейчас запустим уже. А, подождите, не показал же еще кое-что. И вот там вот на стене небольшая романтика.
так сказать, проба пера, поэтому не смотрите, что оно так странно висит. Я первый раз вообще купил ленту и, ну, никакие узоры с помощью нее не делал. Просто пустил по стене хоть как-нибудь. Ну, если понравится, потом, может, вообще всю комнату обклею как-нибудь. Вот. Эта штука будет довольно-таки неплохую атмосферу делать, если мы захотим посидеть поздним вечером. То есть большой свет вырубается, и вот эта вот лента будет неплохо освещать. То есть птичкам будет не мешать, они будут спать, а мы с вами сможем нормально общаться, и вы будете видеть, более-менее видеть эту комнату. Вот так вот. Кстати, кое-что не сказал. Светильник, который морду светит. Как думаете, сколько стоит? И где покупал? Его на самом деле даже пальцем лучше не трогать, он на соплях держится. Ну, поставьте видео на паузу, подумайте, а где он куплен? Фикс прайсе. А цена знаете какая? 150 рублей. Я говорю, здесь все просто максимально бомжовое, чтобы не было жалко, потому что птички сядут, и все вот это может быть залито какашками. Вот. Вот, поэтому, чтобы было не жалко. И почти вся эта техника, ну, понятно, гитару там я обратно унесу, вот этот монитор я обратно унесу. А так почти все будет здесь оставаться, ну, только накрыто пленкой. Вот так вот. Поэтому пусть сколько хотят, обкакивают, описывают, ничего страшного. Телефон служит в качестве второй вебки. То есть вот это вот снимает лицо. Вот оно лицо. Привет, привет, привет. А вот этот телефончик снимает вот такой вот ракурс. То есть он, я не знаю, зачем он нужен, но в общем пусть будет второй ракурс. Вон, будете мои шортики видеть. Вот у нас кандидат главный прилетел. Ну все, эфир запустил. Вот так вот в принципе эфиры и проходят. Здесь программы с настройками идут, здесь чат. Вот уже. Александр, привет, Илья, привет, Инесса, привет. Танюшка, привет, всем привет. Вот так вот, друзья, прямые эфиры теперь проходят. Кустарно, но в принципе удобно.